Hello and welcome once again to Rewind. I'm Kamal Santamaria. We launched Al Jazeera English back in 2006, and in the more than a decade since then, we've built up a library of award-winning documentaries. Here on Rewind, we're revisiting some of the best of them and looking at how the story has moved on. Today, the threat of nuclear war is once more on the table, with North Korea carrying out a series of missile launches in recent months. And back in September, news emerged of an underground nuclear test in North Korea, which registered the equivalent of a 6.3 magnitude earthquake. Kim Jong-un's North Korea is the only country to have carried out nuclear tests this century, after the UN passed a resolution banning testing back in 1996. But the terrible legacy of testing is still being felt, more than 5,000 kilometres away, beyond Mongolia and northern China. Over a 40-year period, we're talking 1949 to 1989, the Soviet Union exploded 460 nuclear bombs in eastern Kazakhstan. About 200,000 villages living near the test site were exposed to high levels of radiation, often deliberately. And the effects of the testing program have been passed down and intensified in generations born decades later. Today, we are rewinding to 2009 and Silent Bombs, a film by Jerry Sperling, who travelled to Kazakhstan to document the human cost of nuclear tests. For centuries, the horse has been beloved by the Kazakh people, the very symbol of their freedom on the Central Asian steppe. But for decades now, a dark cloud has hung over these spirited people. Between 1949 and 1989, the Soviet Union exploded almost 500 nuclear bombs, only miles from their villages, at a test site called the Polygon. Бұл полигон территориясы мынау дегелеңнен басталған 49 жылдан бастап бірінші атом бомбасы түскенде әлі есімде мына неден үлкен шар боп шығады қызарады содан кейін атылады атылғаннан кейін уже грибок шығып одан кейін бұлттары анау неден бері қарай тарап кетеді осы мына не жақтан мына жақтан көрдік катскөлге саңырау құсап дөкой болып шықты ойбай мынау жарылады тығылыңдар дейді үйге келіп тығыламыз тамақтарыңды дайындап алыңдар суларыңды кіргізіп алыңдар далаға екі күн шығуға болмайды деді сол үйде тығылып жаттық бір екі күндей үйде қабырғалар түгел қозғалады мынаның бәрі шкафтар бәрі қозғалады солай үй қозғалады жер қозғалады соны жарылыс болғанда алғашында солдаттар келеді далаға барлығымызды есікті жауып терезені жауып далаға шығарады жатыңдар дейді жерде жатамыз аспанға қарамаңдар дейді қызыл жарылғанында одан саңырауқұлаққа айналады ең бірінші жарқыратып шар сияқты жарқырай түседі одан кейін саңырауқұлаққа айналады сол не болған күні күні бойы сол саңырауқұлақ үлкейе береді аспанға жайыла береді жайыла береді әйтеуір соны кеш батады біз оның зиянды екенін білмейміз ойын баласымыз соқыр болып отырғанында соныкі шығар сол көзбен көрдік It was inevitable that the health of the people who lived so close to the nuclear blast would deteriorate. Doctors saw dramatic increases in low blood pressure, miscarriages, skin diseases, breast cancer, throat cancer, nervous system diseases, memory loss, mental retardation, and physical deformities. Из 11 моих детей 7 умерло.
рождались 7-8-месячные и умирали. Муж умер в 55 лет. Рак горла у него был. Вот только внучка моя, слава Богу, здорова. Больной ребенок Мурзин Серикжан, 75-го года рождения. Стоит на учете с диагнозом олигофрения. Значит, это сроду умственное недоразвитие. Ну, что можно сказать? У нас состоит с таким диагнозом двое больных. Еще состоит на учете с диагнозом болезни Дауна 3 ребенка. Самый красивый отца, мать, сестра, брат тоже умер, сын. Вот, Бекзат мен, Алибай Бекзат, 30 лет. Алты бала болған, екеуі ертерек қайтыс болды, кәр төртеу. Денсаулық жолым жақсы, шешесі де жақсы, енді кім біледі? Полигонның әсері ешқандай, олардың біреуінің диагнозын ауышы ешқандай айтқан жоқ. Ондай редкі ауру дейді, ондай айтылған жоқ. Енді полигонның әсер етпесе мүмкін емес қой, бет алды жас бала. Ешқандай дәргерлер түксе алмады ғой, соған қандай ауру екенін айтқан жоқ. Даже в растении рождается больной плод. Если больные родители попали под радиационное облучение вследствие многолетних ядерных испытаний, естественно, у больного, как правило, рождается часто больной. Произвели атомную бомбардировку городов Хиросимы и Нагасаки, которые стерли с лица земли эти японские города. Именно с этого момента начинается период нарастания, создания ядерного оружия сначала в США, а затем уже и пальму первенства получили и советские ядерщики, которые создали это сверхмощное оружие массового уничтожения. It was necessary, of course, for both superpowers to continually test their nuclear arsenal. The big question was, where should this be done? Soviet Union leaders quickly zeroed in on Kazakhstan. It's a huge country, the ninth largest in the world, with a sparse population of only 15 million people. A region the size of Belgium, in the northeast part of Kazakhstan, near the city of Semipalatinsk, was selected. It was called the Polygon. Все понимали, что конечно, надо быть осторожным, что выбирать там, чтобы ветер шел не в сторону ближайшего города или населенного пункта, потому что кроме Семипалатинска были и районные центры расположенные еще, значит, поближе. Но, в общем, и сейчас не видно места намного более подходящего. Тут ничего не сделаешь.
И на заклание была отдана вот эта территория. Вот почему Казахстан? Ведь огромнее территория Советского Союза. Там же миллион возможностей. Где-то в горах, где-то в таких местах можно сделать было полигон, что вообще там ни людей, никого нет. Взрывайте себе, пожалуйста. Нет, ведь все это было сделано там. Казахстан, сателлит в то время был важный. Все, там никто не пикал и никто не возражал и так далее. The Soviet government poured enormous resources into the development of nuclear weapons. An entirely new town with a population devoted to nuclear research was built on the edge of the polygon. На берегу реки возник этот город. Спустя несколько лет его назовут именем академика Курчатова. Здесь, в обстановке строгой секретности, конструировали советскую атомную бомбу. На полигоне проживало около 30 тысяч. Следует сказать, что по мере разрастания тех задач, которые были поставлены перед Симпалатинским полигоном, конечно же, его население увеличивалось, и территории которого располагались не только обычные жилые дома, социальная инфраструктура, но и лаборатории, различные производственные структуры совершенствования атомного оружия на полигоне. On August 29th, 1949, the Soviet Union exploded its first nuclear bomb. The polygon proved to be the perfect test site. Были построены промышленные предприятия, станция метро, подопытные животные. Это и овцы, это и свиньи, крысы подопытные. Кроме того, были расставлены манекены, которые имели обмундирование военнослужащих, солдат и офицеров. То есть все пытались проследить, какие последствия в характере, допустим, того же и облучения. В 30-метровой высоте было водружено это ядерное устройство, которое в определенный час, 7 часов утра, взорвавшись, озарило несколько сот раз больше солнечной энергии. И вот сам характер, последствия этого взрыва, ветер, который был ранее по метеоусловиям, должен как раз направляться в менее жилые районы, ушел на, наоборот, густонаселенные, где плотность высокое население была. В частности, многие села накрыло это радиоактивное облако, и даже более 26 городов России, Алтайского края, тоже подверглись этому радиационному облучению. Не только рядом, но и далеко за пределами нашего региона. Они продолжают, в общем-то, испытывать. Вот более 1,5 миллиона людей были, в общем-то, подвержены воздействию радиации в то время. В этот момент мы на улице прогуливались. И вдруг горизонт стал красным. Появился огромный гриб. Мы смотрели на него, потому что никогда такого раньше не видели. Можно сказать, что мы даже любовались этим зрелищем. Через 1,5 часа примерно приехали военные и скомандовали нам войти в здание. Все они были в противогазах, в комбинезонах и все время смотрели в какой-то прибор. И снова водили по телу прибором. Потом налили каждому по 200 граммов водки. Хочешь не хочешь, пей. Ну, выпили. The Kazakh people are still pondering many bitter questions.
At what point did Soviet leaders understand that their nuclear testing was poisoning the local population? Did they attend to the villagers? Or were the Kazakhs merely guinea pigs in the quest to produce weapons of mass destruction? During the 1950s, Saim Belmukhanov was the chief radiologist in the Soviet Union's Ministry of Health. He was sent to the polygon as a government representative. He remembers meeting with Soviet officials on one particular day in 1957. Нас помещали в какой-то закрытой гостиницу. Питание было очень, для меня было необычайно богатое. Вечерами приходили к нам какие-то люди, которые с нами выпивали, старались спаивать, по-моему, так, я понимаю, теперь. И нас возили на машинах, в те годы автомашин было мало, и в обкомпартии подписывать готовый акт о том, что испытание прошло благополучно. Что-то слишком они гостеприимные, не похожие. Откуда берут столько денег? Один раз, два раза, потом мы возмутились. Сказали, как это так, мы не сидим в городе, в поле не выезжаем, население жалуется. Dr. Belmukhanov was finally assigned to head a medical team investigating the effects of radiation on those living near the polygon. Serious health problems, from anemia to high incidence of cancer, to schizophrenia, which sometimes resulted in suicide, were uncovered. The report was duly sent to Moscow and then disappeared. Dr. Belmukhanov was forbidden by law from traveling anywhere near the polygon. Когда я разговаривал с некоторыми военными, они говорили, лес рубят, щепки летят. In the 1950s, a research institute with a large staff of medical experts was set up in Semipalatinsk to study the effects of exposure to nuclear contamination. Она называлась противобруцеллезный диспансер номер 4. Идея, это была легенда, естественно. Она принадлежала КГБ. Учреждение было режимным, строго секретным. Все мы, поступившие в этом году и предыдущие годы на работу, давали подписку о неразглашении всех работ, которые проводятся здесь. Это был очень серьезный шаг, но в то время для работы в Советском Союзе в таких органах это было нормальным, поэтому не встречало никаких вопросов и так далее. У нас в городе была радиологическая больница, центр. Туда отвезли, при Советском Союзе это было, туда... На 10 дней бюллетень все дали, оплатили. И там в закрытом помещении, снаружи даже замок, никуда не выходить, и там исследовали, как кроликов нас. Dr. Gusev and his team also traveled to the villages near the polygon. They found serious illnesses, particularly lung and breast cancers, which had been very rare until the nuclear testing. Years later, he studied a sample of the affected population. Онкологическая заболеваемость и смертность населения вот этой группы, когорты, а ее можно экстраполировать и на все население, которое подвергалось облучению, онкологические эффекты в два раза превышали таковые, по сравнению с Хиросимой и Нагасаки. Dr. Gusev's team were provided with sophisticated equipment to diagnose the diseases caused by radiation contamination. And they kept good records, which were sent to the Soviet authorities. But how did this research benefit the villagers? Значит, не стояла задача лечить. Это я подтверждаю, да. Те, кто лежал у нас в стационаре, практически не лечился. То есть мы только обследовали их. Сценарий
войны, применение ядерного оружия в войне предполагал наличие населения, которое вроде живет, и вот применили, взорвали бомбу. И как оно себя ведет, что произошло, кто умер, кто чего. Вот этот вариант, скорее всего, и разыгрывался. И поэтому тот мужчина в Саржале, который представил себя кролика, это несомненно. It wasn't just Kazakh villagers who were treated as human guinea pigs. Ordinary Soviet soldiers were also victims of their government's relentless determination to produce weapons of mass destruction. С испытанием ядерного оружия, то есть взорвали ядерное устройство, бомбу, если реально, и через эпицентр взрыва провезли, ну, там, по-моему, целую дивизию провели. Танками, в общем, как это будет реально выглядеть, вот проводили эти испытания, фактически на людях получается. Вот. Мы стали, нас стали посылать на опытное поле. Был на месте, где готовился второй подземный ядерный взрыв. Почувствовали, офицеры это знали о последствиях этих. Лучше нас. И они сразу же нас посадили это в автомашину, и мы уехали. И ночевать нас в автомашине запретили, потому что машины были заражены радиоактивно. Ночевали мы в голой степи, на земле, в солдатской форме. Холодно было ночью. Где-то в 34-35 лет или чуть вот в этом районе, у меня начался нервный тик, вот, глаз. Еще добавилось, что глаза, глаукома и катаракты меня замучили уже. Правый глаз уже почти не видит, левый. Сотрудники диспансера контролировали состояние здоровья этих солдат. Конечно, все, что мы видели, это ужасно. Но дело даже не в этом. Дело в том, что через год весь этот контингент, который принимал участие в этом строительстве этой дамбы, он практически исчез. А через 20-30 лет там некоторые организации попытались найти этих солдат. Но, однако, это не увенчалось успехом, потому что все сведения о их фамилиях, о их, значит, где они живут, были уничтожены. Мы выполняли воинский долг. Что туда же мы не напрашивались, туда нас призвали. Мы не добровольно туда ехали. Судьба туда направила нас. In 1963, the United States and the Soviet Union signed a test ban treaty, which prohibited the explosion of nuclear weapons in the atmosphere. Практически полностью исчезло заражение атмосферы радиоактивными продуктами. То есть вот те тысячи и десятки тысяч человеческих жизней, которые мы платили за ядерные испытания, мы перестали платить. Atmospheric explosions ceased at the polygon, but that didn't mean nuclear testing halted. It simply moved underground. .340 bombs were exploded in the bowels of the polygon. Ну, под землей это понятие такое растяжимое. У нас вода под землей выходит на землю часто. И у нас были случаи, когда взрывали ядерную бомбу, выбрасывала радиоактивные элементы, не выдерживала перекрытия. Thank you.
Мені жерде мені 5 бала жатыр. 4 бала жатыр, 1 түсікпен 5-і жатыр. Неге 13 бала көтердім түсікпен. Қайнардай 69 жыл келдім. Содан бері тұрып келдім. Қазір 8 бала бар. Бұл дауырат деген сауық жоқ. Айтып отырма, ана мартта, апрельде барып жатқыз келді. Бұл шектер ауырады екен. Енді ана не де бар ғой, дәрігерлерде. Ішкі құрылыстар ауырады сол. Сегодня, да? Вот как раз вот этот Алсай, вот этот олигофрен, у него, вот у отца, у брата, у них семья, все поражены олигофренией. У них нормальных детей, по-моему, один, остальные все олигофренные. А когда надземные уже стали, вот эти шахты взорвали, это каждый месяц два раза, наверное, взорвали. Это часто было. Вот это, который мы были на этом, это атомное озеро, два озера видели. От Саржала это напрямую, если не по дороге, а напрямую, где-то 19-20 километров. А вот эту воду мы и употребляем до сих пор. Подземные это все источники. У нас нету из других мест источники. И здесь везде пасли скот. Те времена вот со скота даже это шерсти от овца все вылезли. Крупнорогатного скота даже бешенство было заболевание. Вот у нас соржали. Даже вот эти собаки весь от шерсти этот облизили. Ничего не осталось от них. Малдар көп не ағылаған бермейді ғой, радиасияны көп не ағылаған. Оны әргі етаппен түгіл мәскемет қаттырып көсейді, оның радиасыз бұл мен шөп. Радиасыз бұл ғой, ол да жоғады ғой бәрі. Қой, сиыр бәрі жоғады ғой, спокойнымен. Ишқандай. Бірақ олар да әргі жағы мәскемет қаш береді, ол мәскемет бір. Сойады бәрін түгіл не жасайды, оның кейін радиасиясы қайсын, несі қайсын, кім біледі оны? Ишқандай. Енді қалбаса да радиасы ешкім айтпайды ғой, мысалы радиасия бар деп. Today, the greatest tragedy the Kazakh people face is the ill health of their children. The dire effects of the radiation contamination are seeping down from one generation to another. Радиация давно доказана, что разрушает, наносит вред геномам. И это передается по наследству. Заболевание крови будет в десяток поколений казахов, облученных, предки которых были облучены во время ядерных испытаний. 10 поколений не меньше. Почему у нас так много больных детей? Почему у нас так много уродов рождалось и рождается? И, естественно, мы связываем только с радиоактивными испытаниями. А другого ничего негативного, никакой последствий не было, никакого воздействия не было, кроме атомного оружия. У нас здесь медленная смерть, невидимая.
это клетки всех органов, соматические клетки, всех органов есть соматические клетки. Оказывается, что они в естественных условиях там мутируются одна к миллиону, там из миллиона одна, но это естественные причины, они уничтожаются иммунной системой и так далее. А вот при воздействии ионизирующей радиации, при воздействии других компонентов, таких как тяжелых металлов и так далее, развиваются процессы, которые называются соматическими мутациями. Соматическая мутация, оказывается, 100% передается по наследству. Так как очень много детей поступает с анемией глубокой, со вторично-иммунодефицитным состоянием, со злокачественным образованием, с анемией, там ведь бывает различная, пластическая анемия, гемолитическая анемия. Все-таки мое мнение, что это связано с каким-то образом с ядерным полигоном. Я считаю, что все заболевания, связанные с заболеванием крови, связаны с воздействием полигона. То есть это непосредственно лейкозы, лейкемия, пластическая анемия, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура связана именно с воздействием полигона. Одан кейін көп кейбір түсініксіз жағдайларда көп кездеседі. Астеноневротикалық синдром көп жағдайда. Бір адамда бірнеше аурулардан кездеседі. Одан кейін суицид жағдайда көп қазір кездеседі. Жастар арасында әсіресе, ер адамдар арасында жиі кездеседі. Казахского народа такого никогда не было. Таких, чтобы руку плакать. Прикладства на себе такого не было. Ну, соседи были, молодые, старые даже стали вешаться. Все это от полигона, вот что я знаю. Уже он был, вот мы сонды были, были на гайс погано. Были он, тут сейчас на гайс было, он на гайс был. Помимо его, он тут сейчас на гайс был, дети все кисло, он тут сейчас на гайс был. И брю 70 жылға, вот 10 жыл болды ма, 12 жылдай болды. Одан кейін онкологиялық аурулар көбейіп келе жатыр. Балалардың туған кезде туа біткен ақаулармен туған балаларды кездесіп жатыр. Жиленев Адиль, 2 года отсутствие головного мозга, гидроцефалия. Был оперирован. По поводу гидроцефалии. Он, несмотря на оперативное лечение, голова растет. В данное время признано, что ребенок неоперабельный. Особенностью нашего полигона является то, что по сравнению с другими регионами Казахстана, то есть вот нашей республики, здесь встречается заболеваемость выше в 2,5-3 раза. И у нас рак легкого в регионе стоит на первом месте в целом. А рак молочной железы стоит на первом месте у женщин. Причем как у русских, так и у казашек. Более того, болеют женщины в молодом возрасте. Сказать, что это только одна причина, вот это вызывает радиация, мы не можем. Это в целом все-таки экология сказывается. Восточного Казахстана, особенности Восточного Казахстана, потому что это промышленный регион, очень много пыли промышленной, загрязненная атмосфера и так далее. И, наверное, она в сочетании с радиацией дает вот такой всплеск высокой заболеваемости раком легкого. Занимаясь лечением этих больных, я могу в утверждающей форме говорить, это влияние полигона. Хотя многие ученые, особенно России, хотят умолить воздействие Семипалатинского полигона. Soviet officials have long blamed the poor health of the polygon villagers on anything but exposure to nuclear contamination. It was the fault of poor diet, inadequate sanitation, a harsh climate,
and the faulty genes of the Kazakh people from time immemorial. Anar Kashaganova is a Kazakh filmmaker who in 1990 confronted Soviet officials with the facts about the polygon. Тот бред, который я слышала со сцены, он меня поверг в шок. И все, что там происходит, виноваты сами жители, потому что они умирают, так как у них нет в рационе овощей и фруктов. То есть, ну... This attitude has not changed much in the Russia of today. Юрий Дубасов is a senior radiochemist in St. Petersburg. Вот если им построят такие же коттеджи, какие в Канаде, и будут такие же красивые дороги, как в Канаде, у них жизнь изменится, и они забудут про влияние полигона. The Kazakhstan government hands out barely adequate pensions, small payouts, and free health care to the victims of radiation contamination. But the Russians categorically refuse to accept any responsibility for the poisoning of the people of the polygon. In February of 1989, rumors spread that two underground tests at the polygon had exploded into the atmosphere. The Kazakh population grew alarmed. Olzhas Suleymanov is a beloved Kazakh poet. Известие о выбросе меня так взволновало, еще и потому, что нас все эти годы убеждали, что подземные взрывы безопасны для здоровья населения. И если это скрыли официальные органы печати, то, следовательно, могли скрывать и раньше. А ведь сколько было этих взрывов? Suleymanov called a public meeting. Мы долго молчали, и первый же голос был услышан. И на первый же голос, я вижу, собрался народ туда. И вот там мы впервые открыто услышали о Семипалатинском ядерном полигоне. Там мы впервые, и какие беды, какие страшные последствия приносил этот полигон не только Казахстану, но и практически всему живому на этой планете. The movement towards democracy in the Soviet Union facilitated the nationwide protest. Первый сказал нет ядерному взрыву, а потом движение охватило весь Казахстан, около 2 миллиона человек. The citizens' movement was successful. In 1989, all nuclear testing ceased in the polygon of Kazakhstan. In 1992, soon after independence from the Soviet Union, the country became a nuclear-free zone. However, the horror has not gone away. Levels of radiation in some parts of the polygon remain 10 times higher than normal. Когда я проводила исследование, мы видели, какое буйное цветение идет. Знаете, там трава очень высокая такая. Но это полиплоидия, это ненормально. Люди там на озере Атомном, например, и с реки Шаган запускали рыбу, и она выросла огромная, гигантская эта рыба. Никакими границами, там, знаками не поставишь их. Никто не делает же ежедневный или там частый мониторинг. Жақ, сен қарап ұрға, жақ, енді қарап ұрсың ғой. Күтіп атырын жаңа еместеген, баста қолдан келеді іштеңі жоқ. Епте күту көрек, ауруға берілмі көрек, емделі көрек. Басқа айтам, жаңа, Алла ақпы деп, шелбіктен ауыз теңдік. Айт, қабыл осын, аман есен болайық. Как, живя в этом регионе, как можно не пострадать?
что мы, я думаю, что все пострадавшие. Но самое главное здесь, я оцениваю, это люди. Люди это свои. Люди хорошие здесь. Ну, я же говорю, это земля наших предков. Родные земля, родные места. Поэтому никто не хочет уйти. С каждым годом такое отчаяние. В моей душе творится там такое, ну, чем ты хочешь помочь. Silent bombs, a disturbing reminder of the long-term consequences of nuclear testing. But since that film first aired, a new field of research has emerged. Now, you remember I mentioned the North Korean nuclear test at the start of this program, the one which registered as the equivalent of a 6.3 magnitude earthquake. Well, it wasn't a proper natural earthquake, of course, but just 8 minutes later, and a little over 5 kilometres away, there was another earthquake, a real one, measuring 4.1. Real in the sense that it wasn't a bomb, but it definitely wasn't natural. It's what's known as a human-induced earthquake, and there are a lot more of them than you might think. And we're going to discuss that now with Professor Gillian Folger, who's compiled a database of more than 700 earthquakes, which were probably caused by human activity. Professor, it's a pleasure to have you with us. Can you talk me through that second earthquake, which I described there in North Korea, and what it was? This earthquake, which was 8 minutes afterwards, it could have been simply a geological fault that had been induced to slip, or it could possibly have been implosion of the huge cavity that's formed by the test. It's well known that this occurs. It's been observed many times, for example, at the Nevada test site with American nuclear testing. And following these tests, there's such a disruption of the local stress field that swarms of earthquakes often occur. What's been, to your knowledge, the biggest of these human-induced earthquakes? The biggest earthquake which has been proposed on scientific grounds to have been human-induced is the 2008 magnitude 7.9 Wenchang earthquake in the People's Republic of China. This has been proposed to have been triggered, started off by filling a reservoir locally, and because of the nature of earthquakes, they just require a little jog to set them going, and then they can just keep on and on and on and on and develop into a big earthquake. And that is possibly what happened on this occasion. So then how careful do we as humans now need to be? If this is, you say you've got a database of 700 of these potential quakes, what do we need to be thinking about more when building things or letting off explosions or whatever it might be? How much more careful do you think we have to be?
Everybody, I think, was surprised at the huge range of activities that can induce earthquakes, and these include mining, filling reservoirs, building tall buildings, extracting gas and oil, and I could go on and on. So when we build a big project, we have a mine, we have a reservoir, we exploit an oil or gas or geothermal reservoir or something like this. Of course, there's great economic benefit, but there's always a downside. There are industrial accidents, there are road accidents, there's environmental damage and this kind of thing. And we now realise that there can also be induced earthquakes, and this needs to be added to the portfolio of health and safety hazards that should be managed whenever a big project is undertaken. Do you think hydro schemes need to be perhaps rethought? I mean, they are a very popular way of generating energy. You'll see, you know, hydroelectric dams all over the world, but do we need to rethink that sort of scheme? There's definitely a case for including seismic monitoring equipment when a dam is built and a reservoir is impounded, and also doing geological investigations to assess what the seismic risk might be. So where in the world are you seeing this issue the most? Is it, I think of earthquakes, I think of somewhere like California, for example, or Japan. Well, one would have to say Oklahoma, because the state of Oklahoma in the United States used to not be very seismically active at all. There were just a few earthquakes, it was very rare that any of them troubled anybody. But because of the increase in the oil and gas operations there, and also changes in strategy, such as injecting large amounts of wastewater, Oklahoma has gone from being completely off the map when it comes to earthquakes to being more seismically active than California. Just funny, do you get any pushback, Professor, from your research people saying, no, just not true? First of all, I'd like to get on the radar screen that the Highquake database is completely freely available to everybody from www.induceduearthquakes.org. But what we've included in it is not just earthquakes or earthquake sequences that we're absolutely 100% certain were induced by human activity. We've included everything that has been proposed on scientific grounds. So the database comes with a caveat emptor that here is the database, here is everything that's been published, and it's up to you to make your own decision about whether you believe this or that case. Professor Gillian Folger, what a fascinating topic, and I'm really glad we could talk to you about it. Thank you so much for your time. It was a pleasure, Kamal. Thank you. And that is it from us. Do join us again next week, and also check out the Rewind page at aljazeera.com for more films from this series. I'm Kamal Santamaria. Thanks for joining us. We'll see you again soon.